машина Лёни отправляется из ангара. Вот она, настоящая гонка. Тридцаточка на первом джее. Вообще песня, красота. И я даже на самом деле не про нее. Сегодня еще и на мотоцикле приехал. Я так соскучился по коксу, что вообще просто невероятно. Он у меня просто невероятно крутой. Ездим аккуратно, внимательно. Самое главное, безопасно. Ну а мы сегодня тоже отправляем на самом деле грозу и всех-всех-всех на этап. Будем там расставляться, готовиться. Машина Лёни тоже уезжает туда. Вот, поэтому приезжайте все в Мечково. В субботу-воскресенье будет этап, напоминаю, 3-й RDS-GP. Потому что дальше мы с вами увидимся уже только на Moscow Race в сентябре, если вы из Москвы. Ну а следующий этап 4-й у нас в Красноярске, и потом Питер. В общем, такие короткие.